понедельника. Гости недели моды в Берлине словно сделали шаг назад во времени. Шоу, развернувшееся на подиуме, перенесло их в далекие 50-е. Стилю именно этих лет отдает предпочтение австрийский дизайнер Лена Хошек. Ее новая коллекция «Весна-лето 2015» дышит разнообразием силуэтов. Облегающие платья и пышные юбки. Казалось бы, простые, может, чуть наивны, но, несомненно, женственны. В коллекции в основном преобладают спокойные тона. Благородный серый разных оттенков, темно-синий, бордовый и, конечно, не обошлось без классического черного и смелого красного. Но весна не может быть всегда однотонной. Дизайнер не забыла и о цветочных принтах. Изюминкой показа стало свадебное платье, которое и поставило точку в весенне-летнем шоу от Лены Хошек. В чилийском городе Ранкагуа возведут часовню по проекту знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди. Она станет первым зданием, построенным по его замыслу за пределами Испании. Еще в 1922 году чилийский монах-францисканец Анжелико Аранда написал письмо Гауди, в котором попросил создать архитектурный проект часовни. В награду он пообещал упоминать его в своих молитвах. Архитектор предложил использовать уже имеющийся эскиз часовни, который предназначался для храма святого семейства в Барселоне. Гауди сказал, что ее строительство в Чили станет доказательством добрых отношений между Испанией и Южной Америкой. Однако тогда часовню так и не построили. К реализации этого замысла в Чили подошли спустя 90 лет. По замыслу архитекторов, общий проект будет включать строительство подземных помещений. Там разместятся выставочная галерея и склеп для праха Анжелико Аранды. Кроме того, рядом со зданием появятся две большие площади. Архитектор Кристиан Марцнер надеется, что часовня станет островком умиротворения в нашем суетном мире. Хорошего вам продолжения дня и до встречи завтра!